Накануне 8 марта во Дворце независимости состоялась праздничная церемония. Александр Лукашенко в том числе поздравил женщин, воспитывающих 5 и более детей. Из рук главы государства орден матери получили 2 представительницы северного региона – Оксана Горошко из Витебска и Елена Морозова из Новополоцка. 12 марта в Софийском соборе состоится концерт органной музыки. Произведения известных композиторов исполнит заслуженная артистка Беларуси Ксения Погорелая. Начнется концерт в 15 часов. Победительницей заводского конкурса «Красоты и таланта» на «Автоночка-2023» стала Юлия Борисевич. Лаборант химического анализа также взяла приз зрительских симпатий. Всего за победу в конкурсе боролись 8 работниц предприятия «Нафтан». Полоцкий госуниверситет стал полноправным участником Евразийской ассоциации университетов. Такое решение было принято на 15-м съезде объединения в Москве. В нем приняла участие Ирина Бурая. Проректор по научной работе вуза также договорилась с рядом университетов о сотрудничестве в науке и образовании.